Коробка храбрости для онкобольных детей в рамках благотворительной акции «Мечи» собрали сотни игрушек для юных пациентов, проходящих лечение в онкологическом диспансере. Каждый ребенок получил большой пакет с раскрасками, книгами, кубиками, мячиками, статуэтками супергероев. Новый инвентарь появился и в игровой комнате. Я вижу глаза счастливые детей, как они улыбаются, как они рады этим подаркам. Какие они счастливые от того, что у них сейчас стоит просто вот там пакет полный игрушек. И я надеюсь, что эта радость, она вдохновит их на выздоровление и, может быть, прибавит сил для того, чтобы бороться с этим заболеванием.